Добрый день, друзья. Меня зовут Газизов Марат. Сегодня у нас четверг, 20 июля 2017 года. И у нас ежедневный обзор финансовых рынков, торговли без индикаторов. Традиционно просьба отметить качество картинки и звука. Как меня слышно, как видно? Все замечательно, да. Ну что ж, тогда перейдем непосредственно к текущим делам на финансовых рынках. Вчерашние стопы мои снесены. Все позиции, которые я открывал, закрылись. Часть из них по без убытку, часть из них с убытком. Итог вчерашнего дня продемонстрирую вам. Вот, 17-19 число. Вот. Сейчас по периодам. Вот итог торгов. Не очень удачный получился результат. $39. Но я хочу отметить, друзья, что была плавающая прибыль больше $110. Вот, пытался удержать позицию долгосрочно, но не получилось, вынесло. Причем я еще и добавлялся. Ну, ничего страшного, ладно. А, $66, извините. $66, не 39, $66. По итогам за последние 4 дня. Последний стоп по вынесению. Особенно жалко было по евро-доллару. Так как вот именно евро-доллар давал хорошую прибыль. Ну ладно, уходим от причитания, идем к текущей ситуации на рынке. Традиционный евро-доллар. Недельный график, никаких изменений нет, тенденция сохраняется, вернее, коррекционное движение сохраняется, признаков его разворота вниз здесь мы не наблюдаем. Разворот коррекционного отката. Почему коррекционное это движение? Потому что пока не взята предыдущая вершина после пробития предыдущей впадины. Соответственно, движение коррекционное. Соответственно, где-то здесь на пике надо будет искать в дальнейшем возможность, если рынок не пробьет предыдущую вершину, искать возможность вставать в продажу. Для продажи необходимо формирование разворотного канала вниз. Приблизительно такого характера канал вниз здесь или, скажем, вот такой канал здесь вниз. Здесь такого нет, соответственно, процесс формирования нового импульса вниз затягивается на весьма долгий срок. В текущей ситуации дневной график очень интересен с точки зрения однозначности движения цены наверх. Посмотрите, в рамках повышающейся тенденции рынок уверенно смотрит наверх, поэтому любые коррекционные откаты используем для того, чтобы встать в покупку. К сожалению, на дневном графике рынок в коррекционном движении не строит или редко строит коррекционные структуры. Поэтому в этой ситуации надо использовать часовые графики для того, чтобы открыть позицию в сторону основного движения наверх. Здесь была одна попытка такая построения структуры, она очень удачно себя реализовала. Поэтому переходим на часовой график и смотрим там текущую ситуацию на часовом графике. Есть ли сигнал для покупки? Открываем часовой график и смотрим. Посмотрите, очевидное движение наверх, вершина, впадина, вершина, впадина, вершина, впадина. Я уже сделал разметки. Появилась наконец-то коррекционная структура в виде канала. Вот здесь я открыл позицию наверх, предполагаю, что рынок отсюда попытается обновить вершину. Но видите, движение вниз зацепило мои стопы, поэтому я сейчас не рынка. Красными линиями горизонтальными это так называемые опорные точки. Коррекционное движение приобрело вид усложнения. Кстати, сегодня мы будем говорить на моих базовых принципах о коррекционном откате в виде усложнения. Вчера мы говорили о тройках, раз, два, три. Сегодня будем говорить об усложнении, как это было вот здесь. Соответственно, как только движение вниз завершится, в данном случае движение вниз до этой впадины, до предыдущей коррекции, это коррекционное движение. В конце этого коррекционного движения будем искать возможность покупать. Сигналом для входа в рынок будет являться формирование разворотного канала, как это было вот здесь вот. Либо сразу пробитие опорной точки, как это произошло здесь. То есть снизу, если цена пойдет наверх, начнется прибитие предыдущих вершин, повод для входа в рынок в покупку.
Либо более консервативно дождаться формирования разворотного канала и только потом открываем позицию при пробитии опорной точки. Вот здесь. Посмотрим. Можно ли вставать вниз? Да, можно в случае, если вы торгуете 5-минутный график, потому что в коррекционных хаткатах, потому что структуру лучше всего видать на 5-минутном графике. Посмотрите, вот он, этот канал. Вот он, этот канал. И теперь внимательно, если посмотрим, тенденция достаточно очевидна на 5-минутке. Да? И такой же подход используем в торговле вниз. То есть вот пробитие предыдущей впадины, коррекционный откат вот здесь вот наверх, к этой вершине. Это коррекционное движение. Соответственно, в этом коррекционном движении мы ищем структуру. К сожалению, она не строилась, эта структура. Здесь бы войти в рынок нам бы, наверное, не удалось. Сейчас рынок опять обновил предыдущую впадину. Посмотрите, пожалуйста. Значит, стратегия достаточно простая. Но, тем не менее, я считаю, она очень эффективна. То есть есть канал, есть тенденция, есть очевидность движения цены без признаков разворота наверх. Соответственно, любой коррекционный откат после пробития предыдущей впадины повод для того, чтобы краткосрочно встать вниз. Вот, посмотрите. Произошло пробитие предыдущей впадины. Что ж такое, не удается правильно построить линию. Сейчас я вам покажу, и вам станет все понятно. Вот произошло после пробития предыдущей впадины, здесь вот, коррекционный откат, который не взял предыдущую вершину. Видите, да? Ну и соответственно, решение здесь достаточно простое. Произошло пробитие предыдущей впадины, рынок подтвердил тенденцию вниз, сейчас идет коррекционное движение наверх. Любой подъем наверх предыдущей вершинки, теперь уже вот к этой вершине, является коррекционным, вот к этой вершине. В этом коррекционном откате желательно, чтобы рынок строил какое-либо подобие структуры. К сожалению, вот здесь вот этих структур было практически не было. Вот здесь был намек на формирование структуры, но видите, вот она реализовалась, но потенциал хода оказался очень низким. Поэтому как в этой ситуации работать? Лучше всего, наверное, все-таки более консервативный подход, 5-минутный график. Ну, смотрим. Но надо быть крайне осторожным с продажами, потому что не забываем про часовую разметку. Вот здесь. А на часовой разметке однозначно тенденция наверх. Смотрим. Доллар, японский, евро, американский доллар. Смотрим британский фунт. Британский фунт, недельный график пытается скорректироваться, но в рамках незавершенного коррекционного отката. То есть это коррекционное движение в коррекционном откате. Смотрим дневной график. Дневной график тоже говорит об очевидности движения вот в этом восходящем канале красном. То есть пробитие предыдущей вершины состоялось. Здесь вот ждем формирования структуры коррекционной. Ну, первой целью это будет являться, естественно, предыдущая впадина. Но я считаю, что это незначимая цель. Значимой целью будет являться данная вот впадина. То есть любое снижение вниз вот к этой впадине – это коррекционный откат перед возможным новым ростом наверх. Но вы должны понимать, друзья, что если все-таки рынок с текущего уровня, несмотря на то, что не пробьет предыдущую впадину, сходит таким образом, мы увидим здесь замедление тенденции наверх. То есть это будет предвестником того, что в ближайшее время, даже если цена обновит предыдущую вершину, очень близко время, когда рынок может возобновить свое снижение вниз. Это эффект, который называется замедление. Но тем не менее, торговать нужно тенденцию. Это британский фунт на дневном графике. Смотрим часовой график. То есть на дневном графике, видите, краткосрочно здесь 4 дня подряд цена снижается, а в перспективе есть возможность для дальнейшего роста наверх. В этой ситуации смотрим часовой график, можно ли работать на часовых графиках по британцу. Открываем часовой график. И там интересная разметка по британцу. Посмотрите. Тут я сделал разметочку, появилась опорная точка, вот она. Потому что движение вниз после пробития предыдущей вершины приобрело форму коррекционного отката. То есть появилась структура коррекционная. Можно построить канал, чтобы для вас было более очевидно. То есть главная здесь идея в том, что наконец-то появилась структура коррекционная. Коррекционная структура. Вот она, коррекционная структура.
Теперь наблюдаем, как цена будет двигаться в этом канале. Здесь появятся признаки замедления и выход из этого канала наверх. Ну, повод для того, чтобы здесь встать наверх. Желательно, конечно, чтобы рынок перед таким пробитием этой опорной точки сформировал некое подобие разворотного канала наверх. Вот такой канал. Вот если сформируется такой сходящий канальчик, как это было вот здесь вот, хороший повод, чтобы встать в покупку после пробития опорной точки. И здесь то же самое. Пока только картины нет, по данной стратегии пока покупать рановато. Хотя, в принципе, можно покупать с текущего уровня. При условии, если вы поставите стоп вот сюда, вы готовы поставить стоп-лосс? Я нет. Поэтому буду ждать именно такого консервативного решения. Это у нас британский фунт, часовка. Открываем 5-минутный график. Можно ли торговать 5-минутку? Можно, в том случае, если для вас движение очевидно. Что здесь имеется в виду? Посмотрите, после коррекции рынок обновил предыдущую впадину. Вот эту вот впадину. Но это больше похоже на скальпирование рынка, нежели на трендовую торговлю. То есть сейчас рынок, вот видите, да, после пробития предыдущей впадины идет в коррекционном откате. Любой подъем наверх данной вершине – это коррекционное движение. То есть любой подъем наверх – это коррекционное движение. Соответственно, желательно, чтобы в этом коррекционном движении сформировалась структура коррекционная. В принципе, вот появилась структура. Видите, да? Две вершины с ускорением. Поэтому, в принципе, можно искать возможность где-то здесь продавать. Вот. С постановкой стопа за эту вершину. Но это 5-минутный график. Стоит ли свеч? Такая стратегия, сказать сложно. Швейцарский франк. Швейцарский франк, мы смотрим долгосрочную картинку, недельный график. И мы видим, что после появления фактора ускорения, то есть вот здесь вот три добоя, как я их называю, идет коррекционный откат. Ну, видите, я купил, но я объясню, почему я встал против тренда. Ну, во-первых, здесь появился паттерн, я вчера его озвучивал, три маленьких индейца, возможно, будет реализация ее. Но реализация на недельном графике данной стратегии будет только на следующей неделе. То есть вот таким образом, если цена на следующей неделе, то есть закрытие так вот, на следующей неделе открытие позиции, движение цены наверх и пробитие предыдущей вершины. На самом деле вход в рынок осуществляется после пробития вот этого уровня. Последняя коррекция перед обновлением предыдущей третьей впадины. Вот здесь вот сигнал для входа. Это на недельном графике, это более консервативное решение. Дневной график, посмотрите, дневной график вот как раз нарисовал вот эти вот три поступательных добоя, и появился так называемый вот эти три маленьких индейца. Вот. Сигнал для входа в рынок на дневном более значимым будет являться пробитие этой вершины. Но с другой стороны, пока такой картинки нет для входа в рынок, в покупку именно для отработки данной стратегии, данное движение наверх, которое мы сейчас наблюдаем, это коррекционное движение к предыдущей вершине. То есть, если цена завершит свой подъем и возобновит снижение вниз, буду продавать. Это у нас дневной график. Часовой график дает более интересную картинку. Посмотрите, я вам сейчас покажу и обосную вход в рынок. Вчера я вам показывал признаки разворота тенденции. И вот, пожалуйста, произошла реализация. Был локальный тренд. Посмотрите, вот он. То есть, была локальная тенденция. Вот он канал. И что здесь произошло? Здесь был фактор ускорения, вот, когда цена двигаясь в канале, обновляя предыдущий впадин, вот он появился фактор ускорения. При отскоке наверх и движении вниз рынок эту возможность не реализовал. То есть фактор ускорения предполагает, что после незначительного коррекционного отката обычно рынок пытается обновить данную впадину. Этого не произошло. Рынок пошел наверх и обновил данную вершину. То есть появилось разочарование и произошел выход из этого нисходящего канала наверх. При этом сформирован разворотный канал наверх. То есть признаки разворота тенденции налицо. Поэтому я здесь открыл позицию наверх, исходя из часовой разметки. То есть появились признаки разворота тенденции наверх. Но это только вот эта тенденция. Потому что основное движение вниз сохраняется. Поэтому я буду мониторить эту ситуацию. При первой же возможности выставлю без убыток. Цель этого подъема я иллюзий не строю в этой ситуации. Не верю, что цена пойдет выше предыдущей вершины. Поэтому буду внимательно мониторить текущую ситуацию и смотреть для того, чтобы войти в рынок снова в продаже.
в значимом уровне для такого коррекционного отката является вот эта вершина. То есть любой подъем наверх – это коррекционный откат. Это швейцарский франк. Пятиминутный график показывает, что рынок пытается развернуть тенденции. Пока что все к этому идет. То есть вот сейчас вам покажу. Вот оно. Видите, фактор ускорения появился на разворот тенденции. Вот. То есть была тенденция вниз с ускорением, а здесь появился разворотный канал. Здесь была первая попытка, неудачная разворот. Но здесь из-за того, что мы не взяли предыдущую впадину, рынок только что обновил предыдущую вершину и показал фактор ускорения. Вот он, фактор ускорения. Теперь, по всей видимости, рынок попытается еще раз сходить вниз. Любое снижение вниз к этой линии тренда будет являться коррекционным. Если цена не добьет до этой цели и возобновит свой подъем наверх, будут здесь добавляться крайне открытые позиции. То есть вот на этом движении наверх буду снова добавляться наверх. Это у нас доллар, швейцарский франк. Смотрим дальше российский рубль. Российский рубль законсолидировался на дневном графике, обсуждать здесь особенно нечего. Признаки разворота тенденции наверх сформировались. Осталось дождаться. Здесь идет разговор о факторах времени. Вот часовой график, посмотрите. Часовой график закончил движение вниз выходом из канала. И пока что стоит выше предыдущей впадины. Вот видите, вот здесь вот. Поэтому здесь, возможно, если сформируется такой подъем наверх с пробитием предыдущей вершинки. Вот этой предыдущей вершинки сформируется разворотный канал наверх. И вход в рынок надо будет осуществлять в этой ситуации при пробитии уже опорной точки. То есть вот она, опорная точка. То есть разворотный канал сформируется при пробитии этой вершины наверх, а вход в рынок осуществляя после пробития опорной точки со стопом ниже впадины. Ну, вот, не знаю, понятно вам то, что я здесь нарисовал. Так, это российский рубль. Дальше смотрим японскую иену. Японская иена формирует признаки разворота тенденции наверх. Посмотрите, пожалуйста, недельный график показывает интересную структуру, которую здесь вот было пробитие предыдущей вершинки. Это был коррекционный откат перед возможным новым ростом наверх. Сложно сказать, докуда будет вот это движение вниз, пока она находится выше предыдущей вершинки. Это коррекционное движение перед новым попыткой нового роста. Поэтому на дневном графике, который мы видим вот здесь, вот на этом экране, данное движение коррекционное перед возможным новым ростом наверх. Поэтому я открывал позицию наверх, но исходя из часовой разметки. Сейчас я вам продемонстрирую часовую разметку. Так, посмотрите, пожалуйста, вот. Была уверенная тенденция вниз, вот здесь, вот этого момента, видите, да? Идеально отрабатывались все паттерны для входа в рынок в продажу. И вчера я здесь открывал по японской иене. Но вот посмотрите, что получается. Как раз разговор о развороте тенденции. Здесь появился признаки разворота тенденции, но это еще не разворот тенденции. Видите, у меня для окончательного разворота тенденции должен быть вот такой сценарий еще дополнительный, по красной пунктирной линии. Пока этого нет. Но вопрос стоит в том, что вот это движение, которое может быть достаточно резким наверх, как это было вот здесь. Вот. То есть можно упустить хороший новый рост наверх. А вот как вот здесь было, вот видите, да, резкий подъем наверх и никакого формирования разворотного канала наверх, только где-то вот здесь уже на пике. Поэтому я решил, что можно встать здесь в покупку, тем более, что стоп-лосс здесь вполне приемлем, меньше 100 пунктов. Ну, надо рисковать, друзья, я поэтому решил рискнуть. Тем более, что при этом подъеме цена вышла из нисходящего канала, предварительно показав слабость этой тенденции вниз, вот недобой до цели, выход из канала. С пробитием предыдущих двух опорных точек, этой и этой. То есть, вот видите, здесь пробой и здесь состоялся. Вот. Поэтому я позитивно смотрю на данное движение наверх. Вполне возможно, что рынок попытается еще раз ходить вниз, и только потом окончательно улететь наверх. Для этого стоп-лосс я ставлю за критически важный уровень предыдущей впадины. Почему это в сценарии возможен? Потому что для разворота тенденции наверх необходимо формирование разворотного канала, приблизительно такого вот. Будет строить с этих уровней японская иена вот такой разворотный канал, никто этого не знает, я этого не знаю. Поэтому промежуточные сигналы для покупки появились, я ими воспользовался. Тем более, что в принципе можно придраться и к этому движению наверх, как уже сформированному каналу наверх. Но мне это движение не нравится, вот этот канал. Почему? Потому что по размеру он не соотносится с неходящим каналом вниз.
Но тем не менее, позиция открыта, стоп стоит и, собственно, все замечательно. Это что касается японской иены, смотрим золото. Золото в диаполе зрения, никаких мнений у меня нет. То есть мнение есть, консолидация весьма надолго. Для разворота тенденции необходимо тебе что? Недобой до предыдущей вершины и движение вниз. Для того, чтобы сформировать вот такой разворотный канал вниз, который еще пока, друзья, не сформирован. То есть говорить о том, что цена пойдет вниз или она пойдет наверх, пока еще рано об этом рассуждать, потому что цена находится в консолидации. Даже канал такой строить еще рано. Я его даже уберу, чтобы он не смущал нас. Вот этого канала пока еще нету. Мы можем предположить, что этот канал сформируется, когда цена с такого движения, не обновив предыдущую вершину, возобновит снижение вниз. То есть появились признаки разворота тенденции вниз. И поэтому на недельном графике, сколько это времени займет, сказать сложно, но пока что достаточно все проблематично. Дневной график. Посмотрите, дневной график. Дневной график, здесь может появиться сигнал на продажу. Вот здесь вот, посмотрите, пробой состоялся, цена не дошла до цели и пробила линию тренда. То есть предвестники разворота тенденции появились. Вот сегодня мы как раз будем говорить о предвестниках разворота тенденции. В 3 часа дня на базовых принципах. Присоединяйтесь. Остался последний штрих. В принципе, цена может и не дойти до данной верхней границы канала. Может отсюда сформировать тенденцию вниз и отсюда улететь в продажу. То есть вниз. Может случиться вот такой разворот тенденции. Но я почему-то склоняюсь к мнению тому, что все-таки, наверное, коррекция, наверное, еще продлится. Вот так вот приблизительно. То есть не хватает еще одного такого подъема. Ну, хотя бы коснуться вот этой линии тренда, которая была удачно пробита. Сверху оттестировали, снизу пока еще эту линию тренда не оттестировали. Поэтому, возможно, будет еще один подъемчик для того, чтобы можно было встать в продажу. В этой ситуации лучше всего смотреть часовой график и отталкиваться, исходя исключительно из часовой разметки. Ну, например, вот выраженная тенденция наверх может завершиться разворотом. Да? Для этого необходимо здесь дождаться формирования разворотного канала, который пока еще не сформировался. И чтобы здесь, вот в этом разворотном канале, который идет, пока еще находится в стадии формирования, необходимо, чтобы цена показала фактор ускорения. То есть вот эту линию необходимо очень серьезно пробить. То есть вот эту вот линию. То есть здесь, чтобы появился фактор ускорения. На нуле специально для вас рассказываю. То есть, в принципе, можно будет стать в продажу, если цена, проколов линию тренда, в дальнейшем сделает трехволновую структуру коррекционную наверх, слабенькую. Показываю сейчас вот такую картинку, друзья. Но, опять же, по золоту мне желания абсолютно нет торговать, но, тем не менее, надо попытаться что-то сделать. То есть, вот такая картинка сформируется, то есть, появятся два фактора ускорения. Вот он, фактор ускорения первый, если появится после пробития, это фактор ускорения тенденции вниз. И как подтверждение ускорению, откат наверх в виде трех волн ABC и недобой до цели. На нуле вы меня слышите, да? Вот, на часовом графике. Если цена вот таким образом не дойдет до верхней границы канала, возобновит снижение вниз, вот на пробитие опорной точки здесь надо будет ставить продажу. Вопрос лишь в том, что какая будет коррекция здесь наверх, когда рынок вот отсюда сформирует вот этот первый фактор ускорения тенденции вниз. Вот. Но если такую картинку увидите, предлагаю вам его открыть позицию в продажу. Но цели здесь будут незначительные, еще раз повторяю, незначительные, потому что рынок вышел из этого канала вниз наверх. Поэтому коррекция может быть незначительной вот к этой линии тренда. И где-то здесь надо будет решать вопрос о том, чтобы, может быть, часть позиции закрыть, выставить без убыток и так далее. С другой стороны, наверх в этой ситуации, где можно покупать? Покупать можно в случае, если цена, вот, сформировав вот эту консолидацию, здесь вот, нельзя предыдущую впадину, вот пойдет наверх, и при пробитии данной опорной точки, данной вершинки, можно вставить в покупку с постановкой стопа за предыдущую впадину. Можно пытаться рисковать. Но цель этого подъема будет незначительной. Почему? Потому что цена вошла в стадию, в область набора позиций, консолидации. И где-то здесь находится середина набора позиций. То есть максимальный подъем может быть где-то вот в этот уровень. То есть нужно решать для себя вопрос, готовы ли ради такого движения открывать позиции. Это золото. Ну и личная просьба на нуле. Расскажу про канадца.
Конечно, Александр, стоп, без убыток я буду переносить, но только чуть позже, потому что у меня сейчас абсолютно нет времени на эти процессы. Там, если будет время, я обязательно перенесу стоп. Канадец, недельный график уверенно смотрит вниз, но подобного рода движение, причем фактор ускорения вниз, то есть я считаю, что движение вниз продолжится. Но беда вот такого бесструктурного падения заключается в том, что отскок может быть таким же ростом наверх. Посмотрите, вот бесструктурный рост наверх и неожиданно такое бесструктурное падение вниз. Когда оно может начаться, сказать сложно. В этой ситуации ориентироваться нужно на таймфреймы более короткого периода. К сожалению, на дневке здесь тоже отсутствует структура коррекционная. Это значит, что откат может быть достаточно острым и вот таким вот. Что делать в этой ситуации? Ориентироваться на краткосрочный график, в данном случае часовой график. На часовом графике здесь есть вот такие разметки, я вам показываю сейчас, посмотрите. Идет очевидное движение вниз, видите, тенденция, фактор очевидности, вот он фактор очевидности, это тенденция вниз. Внимательно посмотрите, пожалуйста, как рынок корректируется, как завершаются коррекционные откаты и как, где вот на этих коррекционных откатах после коррекционных движений вставать в продажу. Для того, чтобы вам была понятна логика принятия решения здесь, еще раз, приходите сегодня в 3 часа дня на мой базовый принцип. Как раз об этих вопросах мы будем говорить, то есть буду отвечать на эти вопросы. Сейчас, посмотрите, вот рекомендация. Да? В краткосрочном периоде рынок вот на таком движении идет также очевидно. Пробивается предыдущая впадина, не обновляется предыдущая вершина. Вот я сделал разметки. Сейчас рынок обновил предыдущую впадину, идет в коррекционном откате. Коррекционный откат имеет структуру. Любой подъем наверх от данной вершины – это коррекционное движение. Соответственно, если мы ищем возможность встать в продажу, а признаков разворота наверх здесь нет абсолютно, ну хотя бы, например, если взять вот этот канал, вы видите, что канал здесь, вот он, живой, и признаков разворота канала наверх мы здесь не наблюдаем. Поэтому наша идея о том, чтобы искать возможность только продавать. Для входа в рынок в продажу, посмотрите, как рынок завершает коррекционное движение и где вход в продажу. Вот продажа здесь. Вот коррекционный откат наверх. Вход в продажу, пробитие опорной точки. Вот, вот эти уровни, посмотрите. Здесь, к сожалению, структуры не было. Вот здесь структура была, вот пробитие. Кстати, посмотрите, как прекрасно реализовался сигнал, о котором я говорил вчера. Вот он. Но видите, потенциал хода здесь незначительный, поэтому на нуле тут надо будет решать вопрос. Если цена, вы здесь вам удается открыть позицию в продаже, и цена заходит за впадину, надо понимать, что коррекционные откаты после пробития предыдущих впадин могут быть очень существенны. Здесь в данном случае, если вы не хотите рубить лог, то здесь надо будет вешать опять замок. Ждать опять отскок, закрывать позицию какую-то, опять ждать движения вниз и так далее, и так далее. Сигнал для входа в рынок здесь будет являться, вот она структура. Признаков разворота этой структуры вниз мы пока не видим. Тенденция сохраняется наверх. Но надо понимать, что любой подъем наверх вот к этой вершинке – это коррекционное движение. Пока цена находится ниже этого уровня, и если с этих где-то с каких-то промежуточных уровней цена возобновит снижение вниз, то тогда встаем в продажу после пробития опорных точек. Канадец вот здесь, вот, можно здесь добавляться и так далее. Если же цена все-таки пробьет какую-то из этих опорных, все, по всей видимости, рынок будет готовиться формировать некое подобие разворота. Но это 5-часовой, 5-минутный график, вот, какой-то такой разворот. Для разворота тенденции необходимо формирование такого, как минимум, разворотного канала. Здесь вы его не видите, да? Поэтому говорить о развороте нельзя, но если будут пробития промежуточные, то вполне возможно рынок будет готовиться к развороту. Пока что такого нету, торгуем вот этот сигнал, посмотрите, вот сейчас еще раз, да, показываю. Вот однозначное движение вниз, коррекционный откат вот к этой вершине, это коррекционный откат. Соответственно, наша задача дождаться, когда вот этот подъем завершится. То есть цена должна выйти из этого ценового канала вниз, пробитием опорных точек. Надо рисковать. Если мы открываем позицию в продажу после пробития опорных точек, стоп-лосс в этой ситуации надо выставлять вот за эту вершинку. Вот за ближайшую вершинку, вот за эту. То есть здесь открываем, стоп-лосс ставим здесь. Будьте внимательны, пожалуйста. Это у нас канадец, 5-минутный график. Ну, собственно, все, друзья. Давайте последним, как говорится, взглядом окинем рынок, посмотрим, что здесь происходит. Так, ну пока ничего особенного не происходит. Британец продолжает свое снижение. Осталось только дождаться сигнала, который я говорил.
На этом я завершаю семинар. Спасибо всем, кто был сегодня со мной. Встречаемся сегодня в 3 часа дня. Всего хорошего, до встречи, друзья. Да, кстати, да-да, одну минутку еще, друзья. Последний момент. Не забывайте, что сегодня в 15.45 будет публикация решения ЕЦБ, а в 14.45, да? Сейчас заглянем экономический календарь. Сегодня важный день. Постарайтесь в этой ситуации немножко быть осторожным в плане того, что вот, посмотрите, да, наш сайт переехал в домен.com. Имейте в виду, пожалуйста. Раньше был ру, а сейчас в домен.com. Так, сегодня у нас четверг. Посмотрите, вот решение поставки 14.45. Но самая главная засада, конечно же, это вот пресс-конференция 15.30. Почему здесь большая засада? Потому что в это же время открываются американские рынки. Вот. Волатильность будет чудовищная. И не забываем про следующую неделю, по-моему, 23-я, да? Пятница. Нет. 22, 23, еще 25. 26 июня это заседание ФРС. Все, друзья, уходим. Встречаемся в 3 часа дня. Всего хорошего, до свидания.